Международная организация Тюрксой культуры Тюрксо, Министерство образования, культуры и науки Монголии и Монгольский национальный исторический музей совместно провели в столице Монголии Улан-Баторе международный музейный форум «Коллекции костюмов в музеях Евразии. Изучение и интерпретация». В работе форума, который прошел в конце сентября 2015 года, приняли участие руководители музеев, музейные специалисты, исследователи национального костюма из разных стран. Обширная география участников предопределила диапазон рабочих языков форума, которыми стали монгольский, русский, английский и турецкий. Заседания форума, проходившие в конференц-зале Министерства образования, культуры и науки Монголии, собрали большую аудиторию заинтересованных специалистов. Приветствие генерального секретаря Тюрксой Дусена Касинова была особо подчеркнута важность взаимодействия и сотрудничества между музейными специалистами, музеями разных стран и регионов. Именно в связи с необходимостью этой работы появилась идея международных музейных форумов Тюрксой. Древние культурные связи, общность судеб, устремленность в новое будущее роднит наши народы, отметил Касинов. В 2013 году международная организация Тюрксой выступила с инициативой проведения музейных форумов для того, чтобы объединить усилия сотрудников, руководителей, специалистов музеев для обмена информацией, выставками и другой совместной научной работы. В течение нескольких дней, проведенных в Монголии, участники имели возможность познакомиться с музеями Улан-Батора. Это Национальный музей Монголии, Музей изобразительных искусств имени Занабазара, Музей-резиденция Богдо-хана, Музей монгольского костюма. А также они стали свидетелями грандиозного торжества в честь 80-летия Хубилай-хана, которое прошло на площади Чингисхана в Улан-Баторе. Также в рамках форума состоялось гранд-дефиле под названием «Все краски Евразии. Мода кочевников» с участием дизайнеров и моделей из тюркоязычных стран. Известные дизайнеры, творческие коллективы мастерских и театров моды, педагоги высших учебных заведений и академии моды были приглашены на показ этномоды Алунго, состоявшегося в рамках празднования 80-летия Хубилай-хана. Напомню, что музейный форум Тюрксой является платформой международного общения профессионалов в сфере музейного дела, представителей научной и культурной общественности. На первом форуме, состоявшемся в ноябре 2013 года в Бурсе, в Турции, была принята Бурская декларация и учреждена Ассоциация музеев Тюрксой, которая открыта для членства музеев всего Евразийского континента. Лаура Читин, Анкара, Турция.